Наступил тот день, когда я еду. Такая счастливая, даже не верю, как во сне. В порядке все у меня. Смотрите, какая красота. Всем привет, мои дорогие зрители. Я в Батуми. Вижу Ашкема своего. Мы находимся в сказке. У нас с мужем такой активный, насыщенный день. Идет бабуля с ними посмотреть, где учатся мои внуки. Турко-туристо. Какие вот дела у нас. Всем привет, мои дорогие зрители. С утра я вышла в парк. Осталось у нас уже 10 дней. Так быстро они пролетят. Столько планов. Ну, месяц я уже здесь, в Батуми. Хочу подвести такой предитог. По душам поговорить. Меня одна подписчица спросила, где мне комфортно, скучаю ли я по Турции, где бы я хотела остаться. Вы знаете, я так подумала. Я всегда хотела бы просто приезжать в гости, а жить я хочу в Мерсине. Я не знаю, потому что, наверное, здесь-то столько проблем, столько забот. И если я буду в этом возиться несколько лет, конечно. То у меня сдвиг по фазе произойдет. Эти проблемы не заканчиваются. Девушка так сильно общается, громко, так что простите. И вот, мои дорогие, сейчас я сяду на лавочку, помедитирую. Батуми хорош, но здесь что-то надо делать. Здесь нет спокойствия такого, как там. Кстати, я делала йогу недавно, у меня все мышцы болят в субботу. Это хорошо. Да, я скучаю по Мерсину. Может, он не такой вот, как Батуми, да? Сейчас смотрю, конечно, отличается, конечно. Во многом отличается еще. Я сяду на эту лавочку. Ой, как хорошо. Отличается он во многом. Но если жить здесь, зарабатывать здешние зарплаты, может быть. Но если жить на те зарплаты, которые зарабатывает турецкий человек, я имею в виду моего мужа, не выживешь. А сегодня я должна отнести доверенности родителей, моих детей, моих внуков на перевод турецкий. Но вот дела не заканчиваются. И завтра я иду заключительно к стоматологу. Но еще мой муж хотел поехать на базар, посмотреть, что там хопа называется. Куда я привела мужа? Привела на местную хопу. Посмотрите. Тут гамбургеры. Еду все делают, кофе. Вот такая у нас хопа-базар, где привозят с Турции, с Лило, со всех. Все, что хотите. Конечно, у нас это в 2-3 раза дешевле. Вот рядами идут, так ряды. И все продают рядами. Очень много рядов, большая территория. Сейчас мы с мужем ходим, смотрим. Мы купили вот ирмочки, такие гирлянды нужны для садика на концерт. Нашли здесь. 3 лари стоит. 3 лари. Запутались, а? Гамарджоба? Шурда, шу валезен шейни сорсак моя она. Внучечка такая красивая. Мари. Сегодня у нее экзамен. Моя принцессочка. Идет она в школу. Такое у нас серое утро. Пасмурное небо опять. Был дождь ночью. Видите, какой страшный вид у нас из окна. Понастроили здесь, весь вид закрыли. Впереди вообще. А вторая принцесса спит, и принц мой. Буду готовить сейчас в садиках. Привет! Из Батуми с Ашкемом. Посмотрите, я сейчас посмотрела на это здание, и у меня голова закружилась. Мы идем сейчас в консульство посмотреть, что там, и какие-то печати поставить нам на это. Зубки я почти готова.
И мы с Сашкой обходим, друг другу улыбаемся. Покажу вам дом. Вот это здание, я все время считаю, сколько здесь этажей. Ну, посмотрите. Боже, как это страшно. Посмотрите, как нижняя часть, какая крепкая. Какой огромный дом. 50 этажей. 50. У меня кружится голова, а у вас? Такое движение здесь сумасшедшее. Мы идем пешком. Тут все можно обходить пешком. Я утром одела совсем другое, когда детей провожала. А сейчас вот зонтиком. Такая погода противная. Наверное, мы на море здесь не пойдем. Сегодня купили билеты уже на автобус на 22-е. Так что у нас остались считанные дни. И сейчас все звонят, приглашают. У меня сегодня две встречи по бизнесу. Короче, день 15-18 тысяч шагов. Ну, тут все можно ходить пешком. Ну, конечно, и автобусы появились сейчас классные. Мы на них ездим. А это наша Sheraton гостиница. Она самая такая, одна из первых классных таких пятизвездочных. Пятизвездных. Банк здесь какой-то сделали раньше. Тут огромное казино. Покажу вам сейчас. А в этом роддоме Ашким Бурада Бендугдум. Мариви Мираби. Ой, Натию. Здесь я родила своих деток. Вы видите, говорю Мари, насколько она для меня дорогая. Моя любимая девочка такая красивая пошла сегодня. Вот мой роддом. Какая здесь на бульваре красивая природа. Я еще вам внутренний мир не показала. Посмотрите, казино. Как классно все и красиво. Вот так вот. Как здесь красиво. Магнолияшки, бучечек, магнолия. В краю магнолии светит море. Сидят девицы на балконе. Помните эту песню? Боже, какая красота! Не. Таша. Нормальный бах. Олабелир. Вот такая красота. Эти магнолии такие красивые. И они еще и пахнут. Ашким Батум, да. Он хотел, чтобы я его привела в бамбуковую рощу. Вот смотрите, какая красивая. Дождь пошел. Тут ремонт делают, видите. Ну, сейчас чуть-чуть посидим. Сейчас чекерим, сыне. Любит фоткаться. Слов. Хочется помолчать и набраться энергии в таком лесу, в бамбуковом лесу. Нафотографировались с мужем. Ему так нравится это место. Такая погода как раз для прогулки. Ходили мы в консульство и неудачно. На 15 минут опоздали. Вот так вот. Другой день пойдем. В принципе, я знаю, что здесь ничего не поможет нам. Никто не поставит апостиль, который апостиль сделали, а они подписали и печать не поставили. Да, так все, туристика. Просто повод погулять. Это у нас театр летний. Была сменашку. Театру. Язын. Я счастлива, что я в своей родине. Артист. Парашют. Друзья, мы находимся в таком красивом месте, прекрасном. Люди так хотят купаться, что им погода не мешает, да? Ну, никто не купается, просто дышит воздухом. А у нас через полчаса встреча будет моей подписчице Юли. И мы с Ашкимом встретимся с ней на набережной.
когда я только приехала в Батуми, мама мне написала, что моя подписчица на Ютубе долгое время и очень хотела бы со мной познакомиться лично. Так как у меня не было времени в тот момент, я отложила встречу, и все-таки я встречаюсь с ней. Хотя сегодня было очень много преград для этого, для того, чтобы не встретиться, но все-таки видно, если что-то запланировано Вселенной, оно всегда исполняется. Так что вот, мои дорогие, расскажу вам, потом поделюсь. Здесь наш Мавиш. Мавиш! Кто Мавиш? Ну, какие большие попугаи. Гюрёрсы? Скворечники и павлины. Какую красоту батумскую я вам показываю. Батуми пасмурный. К сожалению, климат как-то поменялся. В этом домике сидят павлины. Не хотят они нам показываться. Видно из-за погоды. Смотрите, вот вам мой сыночек понравился. Вот он только пришел. Мари моя сегодня экзамен сдала. Вот. Какие подарочки нам принес сыночек. Мороженое. Ой, мед. Н.И. Какие хорошие. Какие мороженые. Мама спрашивает. Очень мордово. Завтра дождь. Опять дождь. Ой, этот дождь надоел уже нам, друзья. Какая красивая. Какое кушать, когда такие тут еда? Ой, мяшки. СННИ, Алдин. Я миллион марта. Ну, ладно, да. Ой, у меня же. Я коричневая хочу. На, коричневая. На. Ой, какая красота! В общем, у нас радость.